Это будет необычный ролик. Для тех, кто не знает, я живу в Германии и поэтому не особо ориентируюсь в российском телевидении. Но вот недавно попался мне на глаза такой сериал, который оказывается очень популярный в России. И я посмотрел несколько серий. Хотелось бы поделиться тем, что я увидел со стороны и что, возможно, не видно тем, кто живет в России и постоянно смотрит эти или подобные сериалы. Речь о сериале «Интерны», в главных ролях Ивана Хлобыстин и еще куча очень малоизвестных мне актеров. Достаточно интересный актерский состав, очень интересные сюжеты, там много юмора. Ну вот на что я обратил внимание. Ну, прежде всего нужно сказать, что весь этот сериал это слизанный с американского сериала, который был очень популярен где-то в начале 2000-х годов, и назывался он, этот сериал, Scrubs. Это американский сериал, который переводится как «младший персональный состав» или «младшая команда», ну или в принципе действительно близкое ему название «Интерны», да. Там точно такая же история. Первые «Интерны» просто один в один слизаны даже сюжеты. То есть то, что там внутри происходит. А потом, я так понимаю, заменяют уже такими российскими историями, российскими сюжетами. То есть берут основу и дальше куролесят уже внутри, делают что хотят. И вот оригинал, то есть американская серия «Scrubs», она была, кстати, очень популярная, очень смешная, но уже давно забыто, уже актеры, которые там снимались, были молодыми, сейчас они уже совершенно по-другому выглядят, и кого это интересует, могут посмотреть. Образ Ивана Охлобыстина играет это актер Дженкинс, точно такой же вечно злобный, вечно всех критикующий, но он был по-своему весьма интересен, этот персонаж. А Иваном Охлобыстиным, конечно, играется нечто подобное, но уже такой русский вариант. Еще интересно, что в американском сериале «Scrubs» присутствует чернокожий врач, и в российской версии он заменен так называемым американским доктором по имени Фил Ричардс. Но вот что интересно, что я заметил. Я смотрел не все сезоны, конечно, «Интерна», но вот те серии выборочно, которые я посмотрел, я увидел, что вот этот образ американского доктора в «Интернах» — это такой дурачок, над которым все издеваются. Он, во-первых, ведет себя как дурачок, он рассуждает как дурачок. Когда ты на него посмотришь, кажется, что у него не все дома вообще. И он у них такой мальчик для битья, всем, кому не лень, с этим американцем делают, что хотят. Интересна также версия авторов о том, что он не вполне нормальный, потому что его, внимание, воспитали родители геи. То есть у этого доктора Фила, у него нету мамы, бедняжки, у него было два папы. И поэтому он такой дебил. Более того, мне попалась серия на глаза, когда его знакомят с проституткой, якобы поприкольнуться над ним. Он влюбляется в эту девушку, и в один прекрасный момент девушка наконец-то открывает ему, что она на самом деле проститутка. Присутствует идея, что вот этот доктор Фил заслуживает, так как он американец, естественно, заслуживает только один тип женщины, то есть, ну, вообще падшую женщину, проститутку. В конечном счете, когда проститутка признается ему в том, чем она занимается, он, значит, спокойно реагирует на ее профессию, но когда он признается проститутке, что его родители геи, эта проститутка вот в буквальном смысле сидит и говорит: «А, ну ладно, у меня дела, я пошла». В конечном счете, в следующей серии они расстаются. Вот это и есть тонкая пропаганда навязывания мысли о том, что а. все американцы дебилы, б. Причем американский врач попадает в российскую клинику, и он очень хочет, чтобы его там оставили. Он подмазывается ко всем абсолютно, просто мечтает работать в этой клинике, а они его там пинают ногами. То есть американский врач как бы сам по себе дебил конченый. Дальше, естественно, раз он американец, у него нет никаких моральных принципов, он бездуховный, он, ну, не то, что он просто дурак, но вот он еще и такой неприспособленный к жизни, и единственное, чего он достоин, самой падшей женщины, но даже она вытирает об его ноги, потому что его родители геи. Это один момент. Теперь еще второй момент, который мне попался на глаза, когда посмотришь подряд несколько этих серий,
то вот как человек посторонний, да, я не лечился никогда в России, никогда не сталкивался, слава богу, с русскими врачами. Но вот если судить о врачах по этой серии, то можно сделать первый очень главный вывод. Все врачи в России алкоголики. Вот та мысль, которая навязывается из серии в серии, которую, видимо, не замечают те люди, которые смотрят, а я отношусь к алкоголю отрицательно, по крайней мере, к алкоголю на экране, и у нас вы никогда не увидите такого количества сюжетов или моментов в популярном сериале, полностью завязанным на распитие каких-то спиртных напитков. В Интерне бухают все. Вот эти молодые врачи, они пьяные перманентно. То есть они все время либо приходят пьяные, либо они там напиваются. Вот этот сын главного врача, Романенко, так называемый Глеб Романенко, он постоянно пьяный. Он просто ходит, шатается по больнице, он небритый, он делает всякие глупости. Причем глупости его, если в американском сериале глупости делают молодые врачи, потому что они недостаточно квалифицированы или они не успевают как-то сориентироваться, то вот эти русские интерны, они делают глупости только на базе пьянки. То есть они постоянно пьют. Пьет их старший товарищ, вот этот венеролог Купитман или Иван Купитман, по-моему, его зовут. Это еврейская, естественно, фамилия, потому что, ну, понятно, русские хорошие, то есть Быков, изображающий заведующего отделением, он, конечно, грубый, но он правильный и хороший, а вот еврей-дурачок, он, значит, алкоголик. Но тот просто изображает вообще алкоголика, то есть его день начинается с распития коньяка, во всех сериях он пьет, он приглашает всех постоянно, он валяется просто там на полу, он падает с дивана, с кушеток. То есть этот врач – законченный алкоголик. Все в этой команде знают, какой он, продолжают его терпеть. Главный врач спокойно закрывает на это глаза. Более того, она сама не прочь к нему прийти и выпить рюмашку одну-другую. Вообще, обратите внимание, как выглядит его кабинет. То есть там везде у него стоит, так или иначе, на глазах вот эта бутылка и большое количество стаканов для распития спиртного. Вот этот его стажер-американец, он, приучая его к российской жизни, они начинают приучать его к тому, как надо пить. То есть вот они его заставляют есть масло ложками, жрать для того, чтобы он не совсем, значит, задурел там с самого начала, а чтобы он продержался какое-то время. Ну и, естественно, российский врач перепивает этого американского врача. И вот когда ты наблюдаешь на фоне всех этих шуточек, сюжетов и прочего, ты понимаешь, что основная там мысль, которая тянется из серии в серии, из сезона в сезон, это одна единственная мысль. Мы бухаем. Мы бухаем, так проходит наша жизнь, так проходит наша работа. Вот это наше нормальное рабочее состояние. Интересно, люди, которые смотрят этот сериал, вот или врачи, которые смотрят этот сериал, они находят это забавным или их это все-таки где-то раздражает, унижает? Вот я не прочитал ни одного сообщения в интернете, что это кого-то бы задело, или кто-то бы сказал, вступился за честь врачей и сказал: «Не, вы знаете, мы вообще-то не такие». Или у меня уже закрадывается такая мысль: действительно, российские врачи полные алкоголики, и это просто показывает жизнь в реальности, какая она там есть. Ну и последний момент, который я заметил, как один из героев этого сериала, некий Левин, судя по всему, он в какой-то момент уезжает в Америку, работает в Америке, а потом возвращается в свою родную клинику, он думает, как его там встретят, а на самом деле никто его не замечает. Он приходит туда, его продолжают унижать, продолжают топтать ногами, потому что, а, первое, он еврей, б, потому что он уехал и работал в Америке. Даже женщина, которая у него, якобы у нее с ней какой-то роман, вот эта вот медсестра, которая минимум лет на 20 его старше, даже она, когда он приходит к ней с букетом цветов, она произносит такой текст: «После того, как ты побывал в Америке, я тебя просто ненавижу, потому что ты заставлял меня платить половину квартплаты, ты не оплачивал мне там ресторан или еще что-то,
Значит, я так понимаю, она побывала в Америке и вернулась оттуда, бросив его там. И вот теперь она его, значит, унижает. Естественно, и главврач, естественно, и заведующий отделением, и все остальные вот эти алкоголики, которые там есть, они не принимают этого очкарика, потому что он поработал в Америке, значит, он вернулся полным идиотом. Значит, он уже прокаженный. Интересная была серия, когда он пытается сделать лекцию по теме современной диагностики, так как он там работал в американском городе Принстон, и он считает, что он может чем-то поделиться. Он делает лекцию, и никто не хочет прийти на лекцию о методах диагностики, потому что этот парень из Америки, потому что то, чем он пытается поделиться, русским врачам совершенно не интересно. Им не интересны методы диагностики, им не интересны достижения современной медицины. Единственное, что им интересно, единственное, кого они принимают в свою вот эту общину, в свой общак, это того, кто готов с ними бухать и кто готов творить беспредел. Вот это то, что я вынес из этого сериала. Да, возможно, это смешно. Да, возможно, симпатичные люди разыгрывают какие-то сцены. Но посмотрите 2, 3, 4 серии подряд, и вы увидите, что ничего, кроме пьянки и какой-то абсолютной полной дури, этот сериал не несет. Обсирая американцев, топча американцев ногами, при этом почему-то ни в начале, ни в конце, нигде бы то ни было, они не говорят о том, что весь сюжет, вплоть даже до внешности героев, слизан с американского сериала «Скраб», который, кстати, в оригинале намного лучше, намного интереснее, и в нем действительно много позитива и юмора. К сожалению, российские зрители никогда не увидят оригиналы. Они будут всегда смотреть только дешевые подделки.